Yo, what's up, my homies? Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это реакция на трейлер «Хищные птицы». Я думаю, вы в курсе. Нет, наверное, что такое. Короче, этот фильм о Харли Куинн и ее банде «Хищные птицы». Давайте заценим, и потом немножко, может, поболтаем. Я могу вам помочь? О, да, Я можете. обожаю Я Марго пришла Робби. сообщить об ужасном преступлении. И что же это за преступление? Вот это! Вот черт, не с того начала. Краткий урок истории. Так, окей. Все началось, когда мы с Джокером расстались. Это вот было стрёмно, общее конечно, что решение. Они с Джокером расстались. Так что вскоре я вновь встала на ноги. Где-то я видел то, что слышал, богиню внутри себя. Что это начало фильма. И теперь, после разрыва с мистером Джейм, мне предстоит узнать, что многие хотят моей смерти. И во главе списка этот парень. Юэн Макгрегор. Но оказалось, что не я одна искала в Готэме освобождения. Дышал, что ли ты? Теперь он ищет всех нас. Кисуля ограбила его. Ты предала. Ну вот. Ты убила лучшего друга. Что? Ты безумно классная. Ты настолько глупа, что копала под него. Так что, если мы не хотим умереть очень неприятной смертью, нам надо объединиться. Хорошо. Yes! Психологии возмездие редко приносит катарсис, которого мы ждем. Да. Мы готовы? Ну вот они все. Громче! Это что, гиена в ванне? Я назвала его Брюс в честь милашки Брюса Уэйна. Блин, а чё он один? Надо второго тоже. Короче, ребятки, слушайте, это прикольно, но я не знаю, тут столько всего, мне кажется, будет напичкано в фильме. Всякие какие-то разные сцены, что-то где-то они поют, танцуют, что-то, блин, где-то в каком-то развлекательном центре, короче. Не знаю, не поймешь, что происходит, но надеюсь, что это не будет то же самое, что и отряд самоубийц. Мне кажется, все равно тут как-то все будет четко и интересно. Вот. «Хищные птицы» — потрясающий. Это запутанный рассказ от лица самой Харли, причем так подать его может только она, когда самый гнусно влюбленный злодей Готэма его серный подручный зас нацелился на юную девушку по имени Касс, и в ее поисках они поворачивались в город. Я очень надеюсь, что фильм получится хорошим. Где можно будет и поржать, ну просто прийти, развлечься, отдохнуть. Вот. Но надеюсь, что будет поинтересней отряд самоубийц. И жаль, очень жаль, что здесь нет Джокера. Пусть даже Джаред был плох, как многие говорят об этом. Вот. Но было бы прикольно его тут увидеть. Пишите в комментариях, как вам этот трейлер, какие ваши впечатления, что ждете вообще от фильма. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Check it out.